Первую дозу дали, а вторую ищите сами. Карагандинцы жалуются на отсутствие в поликлиниках второго компонента российской вакцины. Почему так происходит и что делать жителям, разбиралась Ирина Вабищевич. Скажите, пожалуйста, второй компонент «Спутник» появился? Второй компонент «Спутник» нет, еще не привезли. Угу. А когда привезут? В конце этой недели должны вот привезти. Вы можете оставить свою заявку? И как он приходит там сразу? Уже пошел 46-й день. А второго компонента так и нет. Нам только первый недавно привезли. Девушка, ну как это вот происходит у вас вакцинация? Карагандинка еще 23 апреля получила в своей многопрофильной поликлинике номер 1 первую дозу вакцины. Как добропорядочная гражданка, ровно через 21 день она направилась за вторым компонентом. Но не тут-то было. Второго компонента спутника ВИ не оказалось. Сегодня 47-й день интервала. Везде пишут, что все везде доступно. Прививайтесь. Как прививаться? Она поступила в Караганду, но ее еще не везде, не по всем поликлиникам распределили. К нам привезли пока только первую. Женщина обратилась в облздрав, и вот какой ответ получила. Колл-центр управления здравоохранения, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где у нас есть по Караганде второй компонент спутника? Второй компонент есть в пятой поликлинике. Достаточно количество. А где это пятая поликлиника? Точный адрес я вам не подскажу, позвоните 55-92-92. Скажите, пожалуйста, я уже неделю ношусь, почему я должна, вот мне первый раз сказали, ищите по городу, по торговым домам, почему я должна носиться? Я сделала многопрофильной поликлинике номер 1 на Бирюзово. Почему я должна где-то ее искать? Если вы не хотите искать куда-то ехать, 10-х, 11-х числах ожидается поставка. Можете подождать до этого времени. Когда люди обращаются за вторым компонентом в те поликлиники, где есть вакцина, то сталкиваются с другой проблемой. Я не могу никак сделать себе прививку из-за того, что ее просто куда ни приезжаешь, ее нет в наличии. Говорят, оставьте свой номер телефона, мы вам позвоним, как привезут, вот на днях, получается, ну... Движения никакого нету. А там, где есть, приезжаешь туда, вот в частности, на Крылова 44, они говорят, что езжайте, делайте прививку там, где вы до первую делали. Вот. Им начинаешь объяснять, что там нет в наличии вакцины. Сказали, что есть у вас. Они говорят, что мы не будем вам делать, так как вы делали не у нас. В управлении здравоохранения признают проблему со вторым компонентом спутника ВИ. Но уже на днях вопрос, говорят, будет решен. В Карагандинской области на сегодняшний день у нас вакцинировано первым компонентом 169 310 человек. И вторым компонентом у нас вакцинировано 114 100 человек. На сегодняшний день у нас в остатке второго компонента спутник ВИ около 4000, но данные дозы вакцины они распределены по области, поэтому в городе Караганде имеются небольшие остатки, поэтому те граждане, которые хотят получить второй компонент, направляются именно в те поликлиники, где имеются в наличии сейчас второй компонент вакцины «Спутник ВИ». Вчера мы получили 26 тысяч доз второго компонента «Спутник ВИ», но мы его пока раздать центрам вакцинации не можем, так как ожидаем сертификация ответствия. Поэтому второй компонент находится на карантине на складе вакцинации. Ирина Вабищевич, Наталья Заяц, 5 канал.